Дорогие друзья, праздники Нового года и Рождества Христова пронизаны теплом, светом и верой в будущее. Все мы сегодня в ожидании добрых перемен и ярких достижений. Уходящий год Магадан завершает достойно. Мы выполнили задачи нацпроектов, обновили дороги, общественные пространства и дворы, пестрила красками культурная жизнь, радовали успехами спортсмены и школьники. Магадан сохранил курс устойчивого развития. В этом есть заслуга каждого из вас. Огромное вам спасибо за верность Северу и любовь к родному городу. Пусть все задуманное сбудется у каждого из вас, дорогие земляки. Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра. С Новым годом! С новым счастьем, дорогие магаданцы!